Да, и ты, и многие другие мужчины тоже приходили. И я относилась к тебе как к другим, да. А почему я, собственно, должна была относиться к тебе иначе? Почему? Да все мужчины одинаковы, да мы все. Да сейчас я расплачиваюсь за то, что я сделала тогда. Я сама во всем виновата. Но теперь я твоя жена. Я не сделаю этого места, даже за мной придут карабинеры. Жена, чья жена? Что за чепуху ты меришь, Селуме? За кого ты вышла замуж? Роль любвеобильного итальянского богача Доминика Сориано давалась актеру театра «Самарская площадь» Олегу Сергееву не так просто, как хотелось бы. Ведь в комедии нужно искать трагедию, уверен артист. А когда каждая шутка находит отклик, трудно и самому удержаться от смеха. Это комедия от того, что она очень похожа на жизнь. Мы искренне и правдиво просто рассказываем историю. Историю многих людей. История ночной бабочки Филумены Мартурана, комично описанная писателем Эдуардо де Филиппо, ставилась сотни раз и экранизировалась. Но работа над спектаклем – это не копирование чужого, а создание нового, уникального. Ведь каждый актер, привнося свой собственный опыт, наполняет персонажей особыми красками, уверен режиссер Ирина Кирученко. Смеялись над теми шутками, над которыми мы не работали. Они вдруг стали появляться, потому что все-таки зритель в зале – это кураж. Это кураж для артистов. И они в первый раз вчера почувствовали это дыхание, это было, они были потрясающе. Несколько дней спектакль показывают узкому кругу зрителей, но прогон – это только проба. Премьера «Филумены Мартурана» назначена на субботу, 26 августа. Возрастное ограничение 16+. Рядом мирный Станислав Левин, «События».